Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! Сегодня буду готовить салат нисуаз с тунцом. Погнали! Это простой рецепт. Вообще, этот салат максимально элементарный. Очень интересные и вкусные ингредиенты. Это для вот такой вот большой миски. Нам понадобится как раз 2 банки тунца. Тут 220 грамм общий вес. 120 грамм самого тунца. Затем 4 отварных яйца вкрутую. Луковица красная. Салат романа. 2 помидоры и 100 грамм оливок. Берите лучше без косточек, чтобы не чистить их. У меня с косточками только остались, поэтому сейчас буду их чистить. Приступаем. Первым делом, конечно же, нам надо поставить вариться яйца вкрутую, затем их охладить в холодной воде, почистить и отложить в сторону. После этого мы все помыли и начинаем рвать салат. Рвем на такие достаточно крупные кусочки. Вот эту вот твердую часть мы использовать не будем, мы ее убираем. И вот так вот просто себе отрываем все, лишнее выбрасываем. Получается очень белковый салат. Отлично подойдет после тренировки. Для тех, кто на правильном питании, он сытный, ну и тоже достаточно калорийный. Вы просили от меня показать салаты, какие я делаю для ребят на судне. Может, вам чаще показывать разные салаты, которые я готовлю, мои вариации, простые салаты, сложные салаты, теплые, горячие. То есть, если это вам нравится, напишите в комментариях, давай больше салатов. Буду делать вот такие вот небольшие короткие видео с разными салатами. То есть, все зависит от вас, друзья. Чем больше вы этого хотите, пишите в комментариях, тем точно я буду выпускать в большем количестве данные видео на ту тему, на которую вы хотите. Так, я думаю, мне понадобится половина этого салата, потому что большой достаточно салат. Себе нарвали его. Так, нарвал миску салата. Теперь приступим к остальным ингредиентам. Это помидоры. Нам надо нарезать их кубиком. Кубик такой будет достаточно мелкий. То есть размером в оливку, чтобы оно все вот так вот гармонично смотрелось. И выкладываем их с краю. Получаются даже не кубики, а такие небольшие треугольнички. Вот так вот это на данный момент выглядит. То есть с краю у нас будут помидоры, затем тунец, затем оливки, яйца. Яйца нарезаем напополам. И каждую половинку на 3 части. Тоже выкладываем по кругу вот так вот. Оливки я сейчас буду чистить от косточек. Вы, если возьмете, например, оливки уже без косточек, то можете их нарезать пополам, либо колечками. То есть тут роль играет уже только визуальная часть. Лучок кольцами. Тоненько-тоненько, ну вот насколько возможно. Половину луковицы будет достаточно. Также ее берем так, распушили. И с краю. Все, буду чистить оливки. Они чистятся элементарно.
просто берем, надавливаем, все, косточка отдельно, надавливаем, косточка отдельно. Все, и получается вот уже такие кусочки оливок. Как раз то, что нам надо. Надавили, косточка отдельно. С крупными это еще проще делать. Это достаточно мелкие, тут сама косточка больше, чем вся оливка. А крупные ты надавил, косточка сразу в сторону выдавливается, и все. И у тебя остается чистая мякоть. Все, буквально вот минута, и все почистил. Теперь выкладываю это также с краюшку. Вот так вот. И останется как раз вот место для тунца. Так что приступаем к нему. Так, открыл тунец, но жидкость с него я не выливаю, то есть не выбрасываю, я ее сливаю. У меня тунец в масле, если он у вас в собственном соку, тоже не выбрасывайте. Все сохраняем. Так, смотрите, если он у вас салатный, вот такой вот, то так его и высыпайте. Если он у вас кусковой, то пересыпьте его в тарелочку и разомните вилкой. Так, есть. Теперь делаем заправку. Вот сюда, то, что мы вылили с тунца, добавляю сок лимона. Сок половины лимона. Есть. Тут, в принципе, вы можете регулировать сами по кислоте, какую вы больше хотите. Затем я добавлю базилик. Буквально щепотку. И орегано. Тоже щепотку. Это все перемешиваю, щепотку соль, перец, пробуем, отлично. Так что вот такой вот салатик получился, теперь мы его просто берем вот этой заправочкой, вот так вот заправляем. Каждый себе придет, это все дело перемешает, насыпет и будет наслаждаться. Посмотрите. Красота, да и только. Просто быстро и вкусно, друзья. Лозунг моего канала. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, если хотите больше салатов, в комментариях. И до встречи в новом ролике. А также обязательно переходи и смотри вот этот видос. До встречи.